Играем в игру, называется Tank Stars. Давайте посмотрим у нас. Так, здесь мощность, выбираем силу удара, огонь. Мимо. К сожалению, ладно. А у него, смотри, какие-то интересные патроны. О, сейчас попадем. Есть. Ну, не прямое попадение, конечно, ну да ладно. А-а-а, смотри, корова подошла и умерла. Значит, это опасная штука. Все, стреляем еще раз. Блин, не попали мы. А он стреляет почему-то в другую сторону. Ладно. Так, сейчас попробуем. Есть! Попадание полностью, мы уничтожили этот танк, ребятушки. Так, смотри, тут тоже легко. Нам нужно его туда спустить. Оп. А этот наоборот, получается, мы его как-то выдаем. А? Так, надо, чтобы он туда упал, вниз. Ты сейчас бомбочек накидаешь, и он потом через них не пройдет. Пройдет. Смотри, как хорошо проходит. Что сам сильно удивлен. Че-то у нас не получается, слушай. О, получилось. Угу. Так, следующий. Так, а здесь нам нужно выстрелить сюда. Так. И парочку. Три. О, смотри, катится. Так, и соединяем их уже здесь на земле. Вот, здорово, отлично. Угу. Так, а это что такое, смотри? Смотри, как он хорошо держится. Катается, что ли, привязанный там? Туда. А. Опа, есть, смотри, с одного раза. Дальше. Так, а здесь, смотри, мы стреляем наверх. И он должен скатиться у нас. Тут шипы, смотри. А-а-а, видишь? Ну, тут надо аккуратненько. Смотри, надо сейчас с него стрелять, чтобы он туда к шипам не пошел. О, все, видишь, как хорошо. Так, а здесь что нам нужно? А, липучку нужно взять, смотри. Так, берем липучку. А теперь нам нужно поднять эту досточку. О! Протолкнуть его быстренько-быстренько, пока она не закрылась. Да, а как она так закрывается? Вот так. О. О, хорошо. Так, а здесь, смотри. Так. А, смотри, колючка и стеклянная досточка. Так, ну сейчас мы... Стеклышко разбилось, и он от колючка тоже разбился. Что же делать? Как же быть? Может. Нам нужно сильно ударить, чтобы он покатился. Смотри, не разбился, теперь, да? А теперь надо разбить... Вот, здорово, смотри. Так, а здесь что? А, нужно много накидать шариков. И досточка приподнимется. Бревнышко. Так, а дальше как, интересно? Так, толкай. Подожди, что-то не так. Его надо вытолкать, выдавить. А, я понял, смотри. Нам нужно было изначально, может быть, сюда накидать шариков вот этих. Чёрный бомбочек. Да, точно. Давай попробуем. Мы сначала сюда накидаем побольше. Бомбочек. Так. Теперь нам нужно повернуть бревнышко. Так, теперь сюда парочку. О, смотри, видишь, как... Отлично. Классно, да, я придумал? Угу. Так, теперь дальше. Какой ты умный. А, мистер Буллет, играем мистер Буллет. У нас есть одна пулька, нам нужно убить двух чуваков. Ну, сейчас попробуем. Нифига. Нифига. Да, но мне это не нравится. Надо как-то одной пулькой это все убить. Ага, нет. Ладно, двумя пульками тоже неплохо. Ух ты! Bullet City. Bullet City 2. Так, а что это за красная такая рамка? А, кнопка! А я что-то кнопку сразу не заметил. Ладно, давайте попробуем еще раз. На кнопочку нажимаем, и тут у нас откуда-то появляется какая-то штука интересная. Так, сейчас зарвется ТНТ-ка. На тебе, плохиш. Это был, ребята, плохой дядька. Так, стреляем. Одну сюда, одну сюда. 30 баксов. Дальше. Кнопка, смотри, красная. И он нажимает на синенькую и ломает второму чуваку хребет. А,
А здесь в чем сложность? Попасть в него? Нифига, снизу? Снизу попали мы. Давай еще раз. Нифига, 10 баксов только дали. Так, а здесь нам надо вот эту штуку как-то спустить, да? А что-то почему-то все просто было. Так, здесь тоже просто, ребята. Одного и второго. Фантастически, фантастика. Так, следующее. Вот эту мы стреляем, убиваем. Здесь тоже достаточно просто. Так, а здесь с одной пульки хватит, интересно, сбить? Да. Нифига у него не пули, а какие-то ракеты. Так, ТНТшка. Угу. Смотри, как надо. Раз, раз. Ой, нифига, я поспешил. Раз, раз. И третий раз. Да, взорвали мы чувачка. Его волной, видимо, убило. Так, здесь, получается, намешаем, да, вот эта штучка. А, нет, все нормально, все пробили, убили. Так, следующее, нам нужно на кнопку стрельнуть, да? Опа, готово, нифига, у нас там подпрыгнул, бедолага. Так, а здесь? А, вот это мешает штучка, убрали ее. Нет, подожди, а как с одного раза-то, я не понял. Ага, вот как. Угу, понятно. Ну, такая вот игрушка, ребята. Если нравится, ставь лайк.